сегодня 20 марта 2015 года. Осталось буквально 50 дней до Великой Победы. И Кингисеппский волонтерский корпус 70-летия Победы устраивает акцию под девизом «Я помню тебя, ровесник 41-го». На этой акции волонтеры проводят соцопрос и узнают у людей все-таки, насколько они знают даты Великой Победы, да, когда началась, когда закончилась война. Потому что мы столкнулись с тем, что многие жители города не знают этих дат. Узнаем, какие мероприятия интересно бы им были поучаствовать, да, в каких мероприятиях. Могли бы написать фамилии, имя, отчество своих родственников, которые принимали участие в военных действиях Великой Отечественной войны. И мы раздаем флаера информационные о проекте «Бессмертный полк» и о Всероссийском волонтерском корпусе. И призываем каждого поучаствовать в этих акциях.